В Александровке, в Ростове строю баню из тростника, ну то, что называют камыш. То есть камышинки с помощью бетонной мешалки, специально сделанной, окунались в цементно-песчаный раствор. И фактически монолитная конструкция. Выкладывались между двумя сетками, с перевязкой сеток между собой. А сейчас обшиваю пластиком, чтобы смог виноград и плющ по ней плестись и не разрушал саму кладку. Ну, это баня. Парная. Сейчас обойду вокруг. Балка у меня где-то 8 метров глубиной. Она засыпана покрышкой, использованной в качестве удерживающих конструкции. Родничок. Покрышки набиты грунтом или бутом. Крыша плоская, утеплена и минватой, и камышом, просто без промазки. Стена вот эта несущая, на нее посредине. Изнутри просто глиной замазал, ну, ради интереса, оно полопалось. Здесь будет душевая, полы теплые, электрические. Вот дверь приобрел. Возле печки кирпичная выложена основа, скажем так. Вон она, металлическая печка Харвия. Сверху душевой поддон от предыдущей сгоревшей бани. А на нем уже лежит минвата. Все будет обшиваться. А, здесь будет еще подвесной полок. Вон заложены петли. И низ облицован гранитом бэушным со сливом воды. То есть вот эта вот вся часть будет проливаться. Сделана еще вентиляция для пространства за облицовкой липовая. И еще второе дыхание, ну 50-е, не стал сотку закладывать. Плюс еще вентиляция, вон она идет, стальная, оцинкованная. Ну так, как ее, баста или что-то такое. Вот, как-то так.